из божественных глаз, как самый чистейший, прекрасный алмаз, катилась слеза за слезой. На город великий, на город святой взирал он сердечной тоской, и нежным укором, и страстной мольбой с любовью звучал его глаз. О, если познать ты бы мог хоть сейчас, что служит тебе ко спасению и миру, но ты кадишь золотому кумиру, и сердце твое от Творца далеко. О, город несчастный! О, сколько раз я, как птица, сбирая птенцов под себя, хотел и твоих чад собрать всех с любовью. Но ты, обогревший персты своей кровью, пророков невинных ты сам не хотел. И будет зато твой печален удел. И плачет Христос из божественных глаз, как самый чистейший, прекрасный алмаз, катится слеза за слезой. Мы, смертные, тоже умеем рыдать, ведь в жизни приходится много страдать, и сердце не камень, конечно, но мы лишь жалеем себя бесконечно, да близких друзей и знакомых порой. Но кто б неподдельной оплакал слезой врага своего, ненавистника злого? Поистине нет, не найдется такого, наверное. Я знаю, друзья, но наш Иисус, он себя не жалеет. Он к миру участием горит, любовью к врагам он своим пламенеет, и всем он прощение сулит. Он плачет о том, что народ не желает принять дар спасения его, упорно со злобой слепой отвергает создание Творца своего. И ныне, сейчас еще плачет Христос. О чем? Вы хотели бы знать, что снова его заставляет рыдать? Какая причина тех слез? Там, в вечно ликующем царстве Отца, где нет ни скорбей, ни тревог, о чем только может он плакать, твой Бог? Что слезы стекают с лица? Скажу тебе, мир развращенный и злой, мир полный обмана, неверия, пустой, он дорог душе Всеблагого. Христос его любит и хочет спасти, и в царство Отца своего привести всех-всех покаянию готовых. Иисусу прискорбны злодейства людей, на мир он тоскливо взирает, и взором безмолвным он мир вопрошает. Тому ли учил я всей жизнью своей? Тому ли учил я, за то ли страдал, чтоб видеть вас снова в греховных цепях? За то ли я кровь на кресте проливал, и гвозди пробили мне раны в руках? И плачет Христос из божественных глаз, как самый чистейший, прекрасный алмаз, катится слеза за слезой. Но вечно не может так быть. Иссякнет источник святых его слез за всех нежелающих Богу служить. И в гневе на мир развращенный и злой, сойдет он с небес в страшной силе своей конец положить беззаконию. Над миром тогда его глаз прогремит, и в страхе земля перед ним задрожит, и рухнут
дома и строения. Под грудами камней, обломков, досок искать будут люди себе уголок, чтоб скрыться от Божьего явления. О, сколько тогда будет пролито слез! И вспомнят, как плакал когда-то Христос. Аминь.